Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами поедем на прекрасную и необозримую Волынь. Раскинулась она далеко на западе Украины. Но в то же время есть в ней что-то близкое, знакомое, родное. Ведь стоит там знаменитая Почаевская лавра, оплот православия в тех неспокойных краях. Сколько раз то римские папы, то безбожные советские власти пытались уничтожить эту святыню. Бывали времена, когда оказывалась она в плену у врагов православной церкви. Но проходило время, и опять лавра обретала свободу. Совершалось это, конечно же, по заступничеству Пресвятой Богородицы и по молитвам преподобного Иова Почаевского, мощи которого там покоятся. 20 век явил для лавры нового великого подвижника, преподобного Амфилохия. Родился будущий подвижник в украинском селе Малая Иловица и был в крещении наречен Иаковом. Семья была большой, дружной и, как подобало, очень трудолюбивой. С малых лет Иаков помогал отцу мастерить колеса и сани. А еще научился у него искусству костоправа. Все это пригодилось ему в дальнейшей жизни. Война 1914 года застала Иакова в российской императорской армии. Служил он в лазарете и помогал выносить раненых с поля боя. И так случилось, что попал в плен. Немцы сослали его на принудительные работы в Альпы. Однако ему удалось совершить побег и с Божьей помощью вернуться в родное село. Трудно сказать, когда зародилось у Иакова желание иночества, но, несомненно, на его выбор повлияли мировые потрясения, свидетелем которых он стал. Россия подпала под власть большевиков, Волынь оказалась в границах Польши, да и вообще жизнь утратила свою былую тишину. И лишь в стенах Почаевской обители почувствовал он покой и умиротворение. А так как и руки у него были золотые, то пришелся он совсем к месту. Чинить сани и телеги – дело ведь доброе. Но когда игумен узнал, что Иаков – умелый костоправ, то работа ему изрядно прибавилась. Со всей округи ехали к нему больные, и он никому не отказывал. Вскоре принял он монашество с именем Иосиф и священный сан, и уже стал для всех недужных не только врачом, но и пастырем. А чтобы из-за огромного наплыва людей не создавать неудобства братьям, выделили ему маленький домик за пределами лавры. Это, кстати сказать, едва не явилось причиной его гибели. Случилось это в самом конце войны с гитлеровцами. В лесах Волыни прятались бандиты, воевавшие на стороне фашистов. Однажды в келью отца Иосифа ворвались 14 вооруженных человек и потребовали еды. Когда старец их накормил, они вывели его на улицу и хотели расстрелять. Это человека, который только что их накормил. Старец попросил лишь 10 минут на молитву. Как раз в это время прибежал его помощник, отец Иринарх. Увидев дуло, нацеленное на отца Иосифа, он бросился на автомат и, пригибая его к земле, стал просить о помиловании старца. Бандиты нехотя удалились. А через 17 лет в лавру пришли другие вооруженные люди. Советская власть решила закрыть монастырь. И тут уже сам старец, несмотря на преклонный возраст, в ту пору ему было уже 65 лет, совершил настоящий подвиг. Увидев, что у дверей Троицкого собора стоит толпа милиционеров со своим начальником, отец Иосиф вдруг выхватил у этого начальника ключи от собора и передал их молодому наместнику обители. Вокруг собора стояло множество окрестных крестьян. «Что же вы стоите?» – крикнул им старец. «Защищайте церковь!»
и вся масса народа бросилась на милиционеров. Собор отстояли, но отца Иосифа ночью арестовали и на «Черном вороне» увезли в психбольницу на медленное умерщвление. Освободили его оттуда лишь по ходатайству дочери Сталина, Светланы Аллилуевой, которую он ранее исцелил от душевной болезни. Сколько еще скорбей довелось ему претерпеть в жизни за Христову веру. Но Господь хранил своего подвижника. Под конец жизни отец Иосиф принял великий постриг с именем Амфилохий. С этим именем и отошел он в мир иной, лучший. А спустя 20 лет церковь причислила схиигумена Амфилохия к лику святых. Примечательно то, что в день его прославления в небе над лаврой появились два креста, чудесно сложенные из облаков. Один большой, а другой поменьше. И все, кто это увидел, говорили: «Ну вот, теперь их будет двое – батюшка Иов и батюшка Амфилохий». Два теперь заступника у Почаевской лавры из среды ее монахов. Будем надеяться, что это число не окончательное, что еще просияют в этих древних волынских местах подвижники веры и благочестия. А значит, выстоит эта твердыня православия среди бурь и нестроений. И это вселяет отраду в наши сердца. Храни вас Господь, мои хорошие.